Удобные лавочки, современное освещение и камеры безопасности. Новый сквер появился на улице Бурденко. Осмотреть зону отдыха и оценить качество работы приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. В рамках проекта «Именные скверы» территория вдоль дома 8/5 по улице Бурденко превратилась в ухоженную и современную аллею 8 марта. Такое благоустройство жителям по душе. Лавки очень удобны, я их уже опробовала и опросила девчонок, кто рядом живет. Говорят, такие фонарики хорошие, вечером очень уютно, не шумно, какой-то верхний свет и нижний. Сквером очень довольны. Зеленый газон, широкая дорожка и современные лавочки. Сквер отлично подходит для прогулок, даже в темное время суток. Здесь установлены светодиодные фонари и видеокамеры подключены к системе «Безопасный регион». Нашли место и для велопарковки, и для воркаут-площадки. Мне нравится, что есть здесь спортивная зона, где можно поподтягиваться, поотжиматься, ну, в теплые сезоны. Сейчас уже не сезон. Глава муниципалитета пообщался с жителями и узнал, как можно улучшить аллею 8 марта. Рассмотрят все пожелания химчан. Проект «Именные скверы» уникальный. Благоустройство происходит за счет инвесторов. За 2 года было открыто 12 таких скверов по всей территории Химок. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.